Ну что, мои хорошие, 9 ноября, идет снег, и такой, знаете, не слабенький. Ой, вот и наступила жопа. Не хочу. Летает, летает, еще так усиливается, я вам скажу. Вот такие хлопушки. Хорошие уже, да? Всем привет-привет, мои хорошие. Посмотрите, воробушки собрались, шумят. Сегодня погода нормальненькая. Солнышко, ветра нет. Хорошо. Я ходила на почту, получала посылочки, заказывала на Алиэкспресс. Придем домой, я вам покажу. Ну, зашла на рынок, в магазин, купила то все. Придем, будем готовить с вами синенькие. Так захотелось, со всякой всячиной, с грибочками. Ну, а сейчас я направляюсь в парк. Встречаться с дочкой и внуками. Вот уже в который раз не получается дойти до них, к сожалению. Ну, ничего, сейчас погуляем, подышим, пообщаемся. Ой, хорошо, хорошо. Вот так проходят выходные. Туда-сюда сбегал. Полдня нету. Потом уже думаешь, надо еще ухватить. Еще, еще, еще. Вот такая вот жадность ко времени, к жизни. Надо все успеть. Вот детский садик. Наверное, у детей сонный час. Сейчас 3 часа. И вот он парк. Захожу в парк. Так засыпали все камешками. И все, на этом все колом стало. Иду я уже по парку. Тихо, не спеша. Сейчас мои там подтянутся. Впереди коняшечки. Сейчас посмотрим. Ага, красавец, красавец. На лошадей можно смотреть бесконечно, да, как на воду, огонь. Есть такие моменты в жизни, на что можно смотреть бесконечно. Ну и, конечно же, небо. В парке тихо, спокойно. Ну, не знаю, может, внизу и поживее, потому что там обычно мамашки, дети, суета. Вот такой вот лес. Весь уже, видите, засыпан оранжевого цвета. Столько листьев. Сейчас бы побегать, покидаться листьями. Круто, да? Ну, я, как обычно, с полным рюкзаком, с тяжелым пакетом. Я по-другому не могу. Ну, зато потом уже буду путь домой держать обратно спокойно и ни о чем не думать. И сегодня я первый раз надела осеннюю обувь. Ту-ду! Вот мои крутые боты. Да, и голые ноги, но мне комфортно. Я в легких джинсиках, в пальтишке. Ну, еще терпимо, жить можно. Если честно, я не могу до сих пор перейти на теплую зимнюю одежду. Мне кажется, еще рано. И потом успеем. У нас в Приморье такая зима, что, знаете, хочется зарыться, как медведю. И до весны не просыпаться. Поэтому укутанные еще успеем походить. Пока на расслабоне. Ой, солнышко так хорошо греет. Но небо такое тучное или облачное. Короче, мрачноватое. И я, конечно же, иду с гостинцами. Ну, так, знаете, чисто символически. Я никогда не прихожу с пустыми руками. Хоть что-то, но радость внуку. Что-то дочке. И вот сейчас мы должны встретиться. Короче, у нас стрелка в парке. Я подошла к скамеечке. Буду ждать своих роднюлечек. Они оттуда будут топать. Покажу вам пока, что я взяла для внука. Он так любит, когда я вытаскиваю что-то с сумки. Он знает, что баба Лиля пустая не придет. Ну, это я купила патчи дочке. А внуку вот такие развивающие
кубики или полоски деревянные, не знаю, как это обозвать. Здесь, короче, надо собирать грибочки. Здесь вот несколько видов. Все это собирать. Я люблю такие штучки. Мне кажется, развивающая для детей вообще отличная. Клево. Ну и пару вот такие пазлочки. Тоже интересненько, да? Ну и, конечно же, пару батончиков вафельных. Очень-очень вкусных. Так что все. Ждут сюрпризы внука здесь. Так, это дочечки. Ну все, будем ждать. Вон, наконец-то, внук мчится на своем автомобиле. Он дочечка с внучечкой. Привет, мой зайка! Привет! Давай чилевача! Ну что, мои хорошие, я уже дома. И бежала я домой прям со скоростью ветра, как никогда. Потому что, как только я встретилась со своими в парке, поднялся ветер и потянул такой, знаете, ледяной холод. Я, конечно же, подмерзла. Это руки, нос, больная моя тема. И даже пришлось натянуть на голову платок, шарф, да. Уже холодно, но мы все равно погуляли, сколько выдержали. И вот я зашла в магазин. Сегодня я особо ничего не покупала. Так, кое-что. Очень мне захотелось синеньких, понимаете ли. Вот я взяла парочку среднего размера. Вытянула на 90 рублей. Шампиньончики. Но они сегодня не айс, но мне нужно для блюда. 103 рубля. Сыр голландский 171 рубль. Лимон подкупила почти 50 рублей. Ну, лимон еще такой, знаете, большой. Карбонат говядина. Да, вот такой вот совсем небольшой кусочек вытянул у меня на 550 с копейками. Ну да, мясо, вы знаете, не обожрешься вдоволь. Дорого. Дезодорант 190 рублей. И мне было очень приятно, когда мне вручили вот такой вот подарочек. Кусок мыла Дав. Это всегда приятно. Хлеб. Все. Сейчас я переодеваюсь и будем готовить с вами баклажаны. Ну, вот так вот я нарезаю средними тонкими кусочками баклажан. Он у меня уже обжаривается в растительном масле. Сейчас он немного подрумянится, и я добавлю морковь, помидоры, сладкий болгарский перец. Ну, буду так обжаривать, подтушивать, и в самом конце добавлю шампиньоны. Знаете, все так легко, просто, но обалденно вкусно. Получается просто бомбическое блюдо. Я посолила, поперчила, уже забросила грибы. И я забыла сказать, если добавить ложку томатной пасты, ну или любого кетчупа, то будет просто огонь. Посмотрите, что происходит с моим луком. Вы когда-нибудь такое видели? Луковый хвост. Лук-гигант. Офигеть. Его прет со страшной силой. И это буквально за неделю. То есть были перышки где-то вот такой вот высоты, а все остальное
за неделю. Сейчас буду отрезать, нарезать. Блин, я вообще в шоке, просто в шоке. Как аппетитненько получилось. Ну что, никаких заморочек. Все просто, быстро и очень вкусно. Так что готовьте, вам понравится. Гарнир любой. Ну, а можно и без него. Я, например, лопаю просто так. Это сказка. Очень вкусно.